Здравствуйте. Привет, здрасте. Как вы добрались? Хорошо. Вы знаете, что у нас в этой зоне, да, в которой вы жили, где потопление произошло, почти 6 тысяч людей проживало, 5 тысяч, там, 700. Мы всем предложили поехать на отдых. 3600 поступило заявок. 3600. Чего здесь взяли? Пускай идет, пускай. 3600 поступило заявок. Около 1300 родителей отказались. Ну, по разным причинам. Где-то 1600 уже выехало на отдых. И сегодня, вот прямо сегодня, выезжает еще тысяча... Нет, выехало на отдых почти 2000. 1995 детей. А сегодня выезжает еще 1600. Вот прямо сегодня. Места разные. Это Черное море, Артек, Орленок. Это Тихий океан на Владивостоке. Ну и близлежащие регионы. Красноярский край, самые крупные. И кроме этого еще даже Монголия предложила разместить детей там. Ну, мы тоже не отказываемся, с удовольствием детей. Вот. Мы с вами когда встречались там на месте, я предложил вам поехать в одно из учреждений управления делами президента. Это будет комплекс Дагомыс. Это, повторяю еще раз, управление делами. Там прямо находится на берегу моря. Вам понравится. Но я хочу вам немножко расширить программу. Ну, сегодня, поскольку вы в Москву приехали, через Москву летите. С Москвой познакомитесь. Небольшой сходку сделать. Потом ребятишек отвезут в клинику. На всякий случай посмотрят, потому что все-таки сейчас на юге жарко, надо посмотреть, нет ли каких-нибудь противопоказаний, на всякий случай. Вот. И экскурсия по Москве небольшая, а завтра предлагаю вам, если вы хотите, конечно, мне кажется, это будет интересно слетать в Петербург. Посмотрите Питер, и особенно мальчишкам будет интересно. Приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище. Я думаю, что всем понравится. Папа там. Вот. Собственно говоря, пожалуйста. Какие-то вопросы есть у вас? У вас как у вас ваши основные вопросы решаются, связанные с жильем, с выплатой там, компенсации и так далее? У нас уже жилось, дом дали нам, друзья, мы уже оформили дом. Ну, слава Богу. Есть какие-то? Станционные, да. Станционные. А есть какие-то нерешенные вопросы? Вот у вас, вот в этой жизни. Что-то еще осталось недорешенным? Компенсации, жилье. Я специально вот Виталий Иванович пригласил на всякий случай, если, мало ли, чего-то еще не сделано, может быть, какие-то вопросы. Ну, прямо сейчас решаем. Нет? Нет? Все. Ладно. Спасибо.